Ну, тяжелая игра была, такая вязкая первый период. Они, мы понимали, что они так приехали подуставшие, да, там, с Дальнего Востока, но все равно это не оправдание. Мы должны были еще в первом периоде, я думаю, показать такую хорошую игру. Ну, чуть-чуть такую переламывали. Мы нас переломили в итоге. За счет голов, за счет пару спасений хороших Юхи и командной игры, я думаю, мы так, ну, заработали свои 2 очка. В предыдущем матче с «Авангардом» начали матч очень активно. Сегодня, наоборот, чего не хватало на старте игры? Ну, все, 2 разных матча. Омск такое, прям настраиваешься. На Челябинск тоже как настраиваешься, но все прекрасно понимаешь, что где-то они приехали подуставшими еще раз, и ты думаешь, сейчас оно само пойдет, но оно само идет, когда идет. А иногда надо матч переламывать. Вот как сегодня, в принципе, и доказали во втором периоде. Ваш гол сегодня наконец случился, какой-то груз в душу упал. Вообще, какие эмоции испытывали? Эмоции положительные, груза. Да у меня не было никакого груза. У меня есть свои такие определенные задачи, которые надо решать в звене, в команде. И все. А все остальное, если руководство тренера доверяет и как бы не обращает внимания там на голы, а на то, что ты делаешь еще помимо всего остального, я думаю, тут, ну, нет никакой задумки. Если кому-то интересно, там, я имею в виду, болельщики пишут, или кто-то там, специалисты что-то говорят, ну, это их дело, я как бы, ну, молодцы, я, может, только разозлиться могу чуть, а все остальное, я наоборот, я говорю, я хотел там пас сыграть. Если бы вот этот стык бы не произошел, я бы думал, я ославил Солодухина, отбросил бы шайбу, тогда, скорее всего, он бы забил, так что... Для меня бы тоже было приятно, если бы он такой гол бы забил. Мы сегодня оба гола забили на кой? Ну да, чемпионат мира был, я вот подучился у наших футболистов, так получилось. Было когда-нибудь в карьере что-то подобное? Да было разное, мне кажется, в карьере, у каждого хоккеиста, и не только, я думаю, так что это. Вон все, Воробьев забил какой гол. Никто же не ожидал, но он красавец, доработал, подождал момент, и вот она отскочила. То же самое здесь, все звено доработал, вот она отскочила, попала и залетела. Все бывает когда-то, все равно она... Когда-то найдет. Когда судьи просматривали эпизод, было волнение какое-то, что могут не засчитать? Первый раз нет, второй раз было волнение по поводу не то, что я там не играл ни ногой, ничем, я просто уходил, а мог заехать только в линию ворот. Я, ну, просто такой момент был, там сразу атака сходу была из-за этого. То есть не хотел там отбирать у пацанов там очки, то, что они заработали. Ну, обидно было. Ну, хорошо засчитали, но лишний раз просматривали такие моменты, я как-то... Надо, мне кажется, на НХЛ чуть смотреть, потому что там любые голы практически засчитываются.